Очередная отставка в Белом доме. 26 ноября стало последним рабочим днем для Виктора Каурова. Он занимал должность первого заместителя руководителя аппарата администрации Владимирской области. Виктор Кауров уволился по соглашению сторон. Как сообщает пресс-служба областной администрации, кто будет работать вместо него, пока неизвестно. Виктор Кауров курировал патриотические мероприятия регионального масштаба. Автопробеги в честь Дня Победы, поездки в Крым к местам воинской службы наших земляков на Черноморском флоте. Напомним, в аппарате губернатора Светланы Орловой Виктор Кауров трудился с 2014 года. До этого он возглавлял администрацию Коврова.